Доброго времени суток, кораны! Хочу порекомендовать вам сайт grizzle.ru. Новое имя на рынке игровой валюты. Наборы поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты для связи в описании видео. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Юга, и это итоговый подкаст, посвященный всей теме бана, взлома и прочего. Подведу итоги, покажу, что было, и вообще, в каком духе дальше буду работать и постигать проект «Черная пустыня». Так вот, собственно, по итогу разговора с саппортом компании GameNet, мне начислили компенсацию, равная 70 миллионов. Ну, это я округлил, там 69 800, но не суть. Этой компенсации едва хватило, чтобы, и не считая только аксессуаров, купить, сейчас я наглядно продемонстрирую вам, наглядно купить доспех 15-й, шлем был 13-й, удачно две точки, стал 14-й, ботинки, перчатки и топор. Соответственно, на оставшиеся деньги, то, что у меня были, удачно, единственное, что заточил опять это ожерелье Кванг, ну и вот, соответственно, по мелочи то, что темляки и серьги, ну, в общем, все такое, что самое минимальное, что можно, в принципе, взять. Скажем так, сильно ли отличается от того, что у меня было, говорить как бы не особо стоит, ну, это чувствуется. Я немножечко сменил сет, я полностью его переделал. Теперь у меня, допустим, 3 Торитоса идет, 1 Аджери, упор полностью вообще сета стал на PvP, и вообще я, ну, у меня же там было в планах сделать 2 темляка 15-х на атаку для PvE, для PvP непосредственно Тейр взять, на гиганта, ну, пока остановился на Тейре, и как бы, ну и ладно. В принципе, то, что у меня было из самых рарных, это ожерелка предшественника, этот, соответственно, пояс духа древний, кольца, сережки ведьминские, это все кануло в лету. Этого не будет, ну, там, не считая всех, допустим, каких-то приколюх. Единственное, что радует, что как бы аккаунт не очистили ни от костюмов, это были не хейтеры какие-то, или просто взломщики, или просто не успели, не удалили ни костюмы, не удалили ни, допустим, кошек или прочего. Ну, хоть за это спасибо, можно сказать. Угу, такое. Так вот, по итогу нашего общения я попросил компанию GameNet предоставить мне никнеймы людей, которым был передан товар. В частности, соответственно, украли у меня следующую систему, и чтобы вы знали, я вам рассказываю. С вас все снимается, а так как прочность снаряжения, ну, у меня была, допустим, наполовину снижена, чинить это дорого, денег у меня там на аккаунте было 5 миллионов, грубо говоря, 5 миллионов налички бы они потратили на починку, чтобы, типа, с продажи, они не стали это делать, они просто разобрали все это, все одежды, не считая аксессуаров, разобрали у оружейника. Получили камни, камни поставили, продали, купили молока, обедов, передали на другой аккаунт это все. Вот как-то такая вот схема, незамороченная, да? Остается открытым вопрос для меня, как взломали пин-код. Понимаете, все эти дни, что я делал, это я пытался поймать себя, что я реально где-то накосячил. На Твиче у меня, то есть, грубо говоря, идет запись на Твич, идет запись в локалку, ну, то есть на жесткий диск. Я посмотрел по датам, пересмотрел все стримы, где меня там вылетало, спайкало, допустим, что я заходил. И, ну, вы как всегда знаете, чтобы стримкиллеров закрыть, я обычно захожу, у меня вот не написан канал. Или я захожу уже, когда у меня персонаж загрузился. Так все и было. Нигде на стриме я не палил свой пин-код. А взлом базы как таковой, там, или что там ввели, уже это случилось... Это случилось до того, как ввели эти пин-код. Соответственно, пин-код я уже ввел после. Как? Взломщики мои узнали мой пин-код, остается для меня загадкой. Также мной был просканирован компьютер. Программой AVZ, это утилита лаборатории Касперского, на форуме я запросил скрипт на поиск кейлогеров, троянов, в общем, всей этой чепушни, которая влияет на то, что вы нажимаете и передаются ваши данные.
Также был проверен антивирусом утилитка от доктора Веба АВЗ. Компьютер у меня действительно чист. Как был, так и остается. Как подмены пакета или взломом ли, ну, по факту все было чисто, и как таково пин-код я нигде не смог спалить. Я запросил уже, соответственно, сброс пин-кода. Пин-код изменен. Но вот вопрос, поможет ли это? Мне не помогло. Давайте немножечко теперь о безопасности. Что вообще представляет собой безопасность геймнета? Перевод сертификатов сейчас новых. Многие сейчас столкнулись с проблемой, то, что Windows не может зайти. В принципе, уже на каналах ютуберов много этого информации. В принципе, геймнет все расписал, как пропатчить. Ничего сложного в этом нету. Я думаю, вы справитесь, у кого проблемы возникли. Но суть такова. Они уже постфактум изменяют сертификат безопасности. Соответственно, изменение сертификата безопасности говорит о том, что предыдущий был с дырами, за которые, соответственно, пояснений нам никто уже не даст. Это раз момент. Второй момент, который бы вообще хотелось обсудить, это мобильное, допустим, все по пунктам. Вот если вы откроете, зайдете в свою социалочку Gimnet, безопасность, вы там найдете по пунктам, соответственно, все мобильные телефоны, антивирус Касперского. Соответственно, это что вообще, что, как оно влияет, для чего это нужно и есть ли вообще от этого польза? Как оказалось, ну, польза от этого минимальная. Если зайти в строку безопасности, вы увидите там пароль, активация, номер телефона, электронная почта. У меня последние три, то есть e-mail, телефон, пароль, все подтверждены. Почта всегда, как, то есть, как у меня, знаете, как у инженера-айтишника, есть свой бзик на пароле. У меня всегда пароли везде разные. Абсолютно разные и очень довольно-таки, ну, сложные. Да, я не изменял пароль к гимнетовскому аккаунту, но не потому, что, знаете, там не знал про слив базы. Это очень мимо меня, знаете, промелькнуло. Это были выходные, вот, прошлые. Как-то вот это вот, знаете, вскользь промелькнуло, и я как бы не придал этому как-то не то, что сильного значения. Я уже постфактум об этом вспомнил. И смотрите, ситуация. Привязка номера телефона. Что для чего нужно? Это все лишь нужно для того, чтобы если вы хотите изменить пароль, вам придет уведомление. Никаких уведомлений. Я уже пробовал через VPN заходить. То просто другого города захожу. Нет уведомления, что я зашел с чужого айпишника. Я сам это проверил. Не произошло. То есть, да, там, возможно, меня бы опять забанили. Но, как говорится, что не сделаешь, что как бы ради пользователя. Я зашел через VPN, я посмотрел. Нет. Последняя авторизация, этот айпишник указан, а по факту уведомление смс не пришло. И когда я изменять пароль стал, еще раз изменить пароль, мне пришло уведомление и попросили код, который пришел смс-кой. Все понятно, для чего это нужно. А что касаемо почты. Почта у меня на Gmail. На Gmail двойная верификация стоит. Если кто-то еще, как бы, в принципе, не сменил почту, ну, у кого на мейле, я думаю, все-таки нужно и пароли поменять, и все что угодно сделать, чтобы себя обезопасить. Мейловская почта гораздо уязвимее, чем Gmailовская. Там идет, ну, по крайней мере, меня взламывали, пытались взломать, то есть мои почтовые ящики, которые я не использую. Но если, ну, благо сейчас на мейле есть уведомление, когда тоже заходишь, как на Gmail. Не знаю, как сейчас дела обстоят, ну, дай бог им, конечно, чтобы в безопасности у него все было хорошо. Соответственно, то есть я себя, по факту, в безопасности, честно говоря, не особо чувствую. И да, возможно, эти слова могут посеять такие многие вопросы. А что, а как, а почему, и что нам теперь делать, что ты вот сейчас сказал, типа не чувствуешь. В любом случае, есть ряд методов, которые вам не стоит делать. Не проходить по левым ссылкам, не связываться с непроверенными сайтами, которые занимаются непосредственно любой активностью в Black Desert. Абсолютно не доверять людям, которые предлагают связаться в Skype, потому что Skype — это одна большая дыра, через которую могут утянуть данные, да, поверьте. Не связываться в Skype, не стараться, то есть только использовать проверенные источники и, соответственно, больше быть внимательным. Не знаю, как, где я прокололся, мой ли это прокол. Понимаете, вот честно, я себя проверил. Я себя проверил по стримам, проверил по защите, ну, во всех паролях. Ну, нету там. Все различается. Как был взломан пин-код, остается открытым вопросом.
Как этот тикет не ответить, я вам расскажу. Если ответить, конечно. А теперь по итогу. По итогу, что мы решили? Так, ну, как вы поняли, играть-то я уже остаюсь. Шмот я вам, в принципе, показал, что у меня присутствует. Но это, соответственно, то есть это минимум, который я смог за 70 миллионов себе какой-то приобрести. То есть, грубо говоря, по урону я просел примерно на 25 урона. Ну, не примерно, точно на 25 урона я просел. То есть, как это прилично, это критично для гиганта, который не донатит. Как видите, то есть я не доначу, вы это прекрасно знаете, как бы, то есть я пытаюсь доставать все непосредственно игровыми способом, соответственно, для меня это свой челлендж. То есть донат, который был там минимально самый, это был со второго аккаунта, и только, вот как видите, труселя, да, это кнопка в нос, ну вот эта серега, все. Ну и две кошки, ну это компенсация от геймнета, что с нее взять. Все, что возможно, то и взял. Соответственно, все достигаю непосредственно игровым путем. Мой собственный личный челлендж, любой MMORPG. Вот, приняли решение такое с гильдией. Гильдия сегодня у нас будет собрание в 9 часов, то есть это примерно через час. И ребята мне помогут выплатой компенсации. Я выплачу им бонус, мне ребята едой передадут, чтобы я выставил хоть что-то как бы из аксессуаров, докупил, чтобы хоть как-то поднять свою атаку на более-менее прежний уровень. Я не могу говорить, что там я такой ультранагибатор и все, овер 9000, но в любом случае, как бы, это все нам нужно до воскресенья сделать, хотя бы по той простой причине, что опять война. А на войну надо выигрывать. Участвовать в войне – это самая глупейшая затея, ее надо только выигрывать. Соответственно, приняли такое решение, что ребята мне помогут материально, кто... И, ну, то есть были там высказывания, как бы, никого я не... То есть, ни за язык не тянул, ни требую от никого. То есть, там было чисто такое, на морально-волевых что-то такое, там, кто там кошку предложил. Ну, я как бы, пока и отмолчался от этого дела. В основном, вот, ребята скинулись обедами, скинулись там чаем, чтобы также я смог бы продать и хоть как-то что-то докупить. Но это вот, что по факту мы имеем, и более, не более того. И, ну, собственно, это и все. Что еще могу рассказать? Про безопасность я вам рассказал. Рассказал. Что делать? Рассказал. Стримы. Давайте про стримы поговорим. Стримы будут. Сегодня будет первый стрим. Вот я сейчас зарендерю это видео. Буду готовиться уже к стриму. Потому что, ну, пора. Порадоваться на своем веку. И уже пора выходить в эфир. Хватит, так сказать, простое. Простое был очень большой. Нужно наверстывать. Так что ждите меня в ближайшее время. Непосредственно на Твиче, Гудгейме и Ютубе. Продолжаем транслировать, продолжаем радовать, продолжаем общаться. Жду вас всех очень-очень-очень-очень сильно. И также хочу сказать такой момент. Если у вас есть желание все-таки поддержать еще, скажем так, ну, кинуть рубль, кинуть два в игре, то можете отправить мне какой-нибудь подарок с потами. Ну, вот эти... В принципе, вы, кто отправлял, тот знает, что я прекрасно и на письма взаимно отвечаю. Конечно, это уже не так, как действительно должно быть письмо на письмо. Но в любом случае, благодаря и своих зрителей, я и смог получить эту ожерелку. И ему, кто бы то ни был, огромное большое спасибо. Ну, в общем-то, и все так. Повыпрашивал тут, посидел. Буду рад всех вас видеть. Всем вам добра. Будьте осторожны со своим аккаунтом. И увидимся уже на просторах Черной пустыни. Всего доброго, ребят. Пока-пока.